Почти год понадобился Следственному комитету для расследования убийства 15-летней Виктории Губановой. Подозреваемого задержали практически сразу. Им оказался ранее судимый 42-летний мужчина. Во время следствия белгородец неоднократно симулировал приступы психического расстройства с целью избежать наказания за совершенные преступления. По результатам проведенной в ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизы фигурант признан вменяемым. Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате СК России. Напомним, трагедия произошла в поселке Разумное в августе 2023 года. Тогда 15-летняя школьница ушла гулять, но домой не вернулась. Искали ее волонтеры Лиза Алерт, полиция, общественность, участники теробороны. Нашли тело девочки спустя два дня. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на проходившую мимо кладбища 15-летнюю девочку, в отношении которой совершил насильственные действия сексуального характера, изнасиловал и задушил, опасаясь, что она сообщит о случившемся в правоохранительные органы. Белгородцы обвиняют в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.